О печальных новостях по линии 101 расскажет Карина Пашкова. Вредная привычка, вероятнее всего, стала причиной пожара в столице. ЧП произошло на улице Оршанская. Там горел частный дом. Пламя заметили соседи и вызвали бойцов МЧС. К этому времени из окон дома уже вырывались языки пламени. Спасатели быстро побороли огонь. Тем не менее, избежать материальных потерь не удалось. Сгорело имущество и закопчены стены. Стоит отметить, в огне жилище оказывается уже во второй раз. Первый пожар произошел в апреле прошлого года. И вновь неосторожность при курении стала вероятной причиной возгорания. Вспыхнул частный дом в Бешенковичах по улице Полоцкая. Когда спасатели приехали на место, здание практически полностью поглотило пламя. После того, как пожар удалось потушить, в одной из комнат спасатели обнаружили труп хозяина постройки. Соседи характеризуют пенсионера положительно. В результате ЧП сгорела крыша и имущество. Крыша над головой в буквальном смысле лишилась жительница одной из деревень Могилевского района. Предположительно, неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара. Едва вспыхнуло пламя, дама покинула свои апартаменты и вызвала на помощь спасателей. Тем временем стихия захватила постройку, а крыша обрушилась. Также огонь уничтожил имущество и стены здания. Чудом удалось спасти жителя одной из деревень Логойского района. В доме мужчины начался пожар. Причем, по одной из версий, хозяин сам же является виновником ЧП. Якобы мужчина выпил, а после курил прямо в помещении. Увидев дым, соседи вызвали бойцов МЧС. Погорельца удалось спасти. С ожогами 10% тела мужчину доставили в больницу.